когда выходишь одиночные пикетики, полиция есть. Или воевать с преступниками это опасно, а с женщинами, например, и бабушками нет. Скорее, это невыгодно. Скажите, а почему сотрудники полиции позволили убить и изнасиловать 5-летнюю девочку, не знаете? А почему сотрудники полиции 30 января прошлого года вообще всех людей задержали незаконно? Суд признал задержание незаконным. Скажите, когда начнется все-таки борьба с наркоторговцами, с притонами здесь, в Новосибирске? Может быть, действительно люди, которые выходят на одиночные пикеты, они отвлекают силы полиции. И поэтому наркоторговцы так чувствуют себя здесь вольготно в Новосибирске. Не знаете? Очевидно, не знаю. Когда с преступностью будет покончено в Новосибирске? Жалко же, вот когда 5-летнюю девочку убили, изнасиловали, и сотрудников полиции не было. Никто не защитил девочку. Убили, изнасиловали 5-летнюю девочку, и там не оказалось сотрудников полиции. Они не пришли на помощь. Я говорю, а как бы вот... Ставьте, говорю, на месте этой девочки бы была ваша, например, внучка. А что они-то сказали? Ничего, взяли как-то... Ретировались. Может быть, пойдем еще спросим? Пойдем. Вот. А вот, давай, сотрудник полиции. Просто жалко, девочку убили, изнасиловали. Здравствуйте. Скажите, когда с преступностью будет покончено в Новосибирске? Извините, как... Да мне вот не знаю, в Новосибирске, допустим, Когда я вижу, когда бабушка какая-то выходит на пикет, сразу очень много сотрудников полиции. Но мы не видим, чтобы возле подпольных игровых клубов были сотрудники полиции. Мы видим, что... Юра, сколько раз он говорил, звонил про закладки наркоты? Так и не только Юра. И никто туда почему-то не приезжал. Но здесь, когда люди разворачивают флаг, или плакат, так вот здесь почему-то очень много сразу собирается сотрудников правоохранительных органов. Такое впечатление, что сверху кто-то им поставил задачу, что все, с преступностью бороться не нужно, нужно бороться с девушкой, которая вышла с плакатом, нужно бороться с бабушкой, которая без маски, которая без маски. Ну или которая без маски, или которая развернула плакат. Ну, кстати, обычных-то людей не задерживают без масок. Мы можем вот посмотреть, что очень много людей без масок. Но не дай бог, люди... Помимо того, что они без масок еще развернут плакат, они сразу же будут привлечены к ответственности.